Хейл, гайс, мышмики, мы продолжаем пройдеть игру по названию Dark Souls. Короче, мы давайте с вами вернемся к этой, к девчуле, справимся, да? Я, наверное, прокачаю 20 силу, использую, короче, души, так уж и быть, для того, чтобы быстрее мог использовать нормальный меч. Я не знаю, с чем это связано. Я не должны ни хера залипать. Странно. Ладно. Давайте предметы. Так, использовать. Ну, давай. Все. Шустрей. Вставай. Тебе удалось, да. Фляга с экстом. Давайте сначала еще лучше. Чтобы у нас их было теперь 4. Теперь новый уровень. Жаль. Еще нужен один. Тогда предметы. Ну, давайте использовать сколько там? 3, да? Поехали. Ой, так это много, подожди. Ну ладно. Новый уровень. Нам они вы нужно это вкачивать. Чтобы я хотя бы мог использовать его нормально. Чтобы я хотя бы мог его использовать нормально. А дальше. Я могу, в принципе, пойти сейчас купить еще шмотки у этого. Либо пойти купить еще ключ. Желательно бы пойти купить ключик, я думаю. Для этого заходим сюда. Использовать 3000. Отдохнуть, отправиться. Поехали. Лес гигантов. Так, так, так. Думай, думай, думай. Думай, думай, думай. Нам нужно с вами купить ключик. Предмет. Мне нужен не вот этот, хотя можно человечности закупиться. Мне, блин, лазу бы желательно купить. Ну, ладно, купим камешек за 4000. У меня есть один, но это активный предмет. Поэтому, да. Посмотрим сейчас, как он будет, насколько он будет активен. Ой, блядь! Слушай, да я, наверное, зайду сюда. Да, нормально, походу, урон пошел. Ну, в принципе, адекватно, слушайте. О, его предмет выпал. О, это второй же уже, да? Шлем. Так, во-первых. Давай поговорим. Купи, купи, купить предмет. Купить камушек, да. Ага. Давайте. Ладно, так уж и быть, оставим души. Может еще пригодятся. Большое тебе спасибо, отдохнем. О, она немного переместилась. И я знала, что ты вернешься. Настолько время идти дальше. А, ладно. Так, you
давайте просто с ними обменимся ударами. Ой, а вот это было нечестно. Вот это было нечестно. Самоцвет жизни. Блин, теперь мне все равно бежать обратно, хилиться. Потому что... Потому что... Вы скажите, куда вот 5 минут сейчас делать? Ладно. А, предметы. Два камня у нас. Предметы, оружие, оружие, оружие. Давайте я, наверное... Хотя... У него меньше, да, статистики, но тут... Огонь. Ну там огонь, огонь, огонь. Мне кажется, мне лучше дальше повышать урон. Желательно еще жизни прокачивать. Потому что этот показатель довольно быстро меня отбирают. Так, хорошо. Так, здесь дело слезаем. Так, туда не хочу идти. Здесь можно, походу, поговорить. Здоров. О, привет. Путешествуешь в одиночку в эти опасных землях? А, в эти опасные времена? Надеюсь, у тебя не то хорош... Так, а то хорошая причина. Ах, да кто же я такой, чтобы судить? Ха. Меня зовут Пейт. Я скатаюсь здесь и там, своего рода еще сокровища, можно так сказать. Будь осторожен. Люди рассказывают о мерзких разбойниках, которые рады оборвать путешественника вроде тебя. Ах да. Если подойдешь дальше, будьте внимателен. Там совершенно точно спрятано сокровище, но дверь закрыта сразу за той спиной. Я уже видел такой замок, и я уверен, что тут точно такой же механизм. Понимаешь, однажды я путешествовал с одним воином, и он решил пойти в первым. Этот мужчина решил забрать все себе и оказался заперт внутри. И до сих пор храню его кольцо. Надеюсь, он не пострадал. А лучше ты этим займись. То, что может быть там внутри, сильно меня тревожит. Так, смотрите, у нас здесь тогда развилка по... Ага. Ага. Ага, у нас тут три развилки. Давайте по прямой тогда. Вот скажите, как они меня слышат? Вот он за стеной бьется. Там, там, та дам, та да дам, та да дам. Там, та да дам, та да дам. Блин. Пропустил. Так, ладно, перекат у меня, в принципе, нормальный. Блин, мне бы... А хотя я ж могу давай... и это использовать, да? Так, ароматная мазь. Я не помню, какая здесь стенка секретная. А, вот. Так. Нет, не мимик. Добро. Посох колдуна и янтарная трава. Так, мы довольно много вещей получили, подождите. Начнем сначала с тебя.
Показать информацию. Ароматная мазь – загадочное липкое вещество, которое светится тусклым белым светом. Наделяет оружие в правой руке магической мощью. Усиливает им оружие в течение недолгого времени. Наносит урон магии. Особенно эффективен против врагов и так в броне. Или существ с прочной чешуей. Ладненько. О, алебарда. Опа, стоять, алебарда. То... А, ну как обычно, видите, урон показывает, который у меня есть. Что я там еще получил? Посох. Посох колдуна. Первый посох большинство колдунов. Он усиливает действие волшебства и порча. Чтобы использовать волшебное... Так, волшебство нужно подготовить его у костра и выбрать посох. Сила большая часть... Ага, ну понятно. От веры зависит. Показать информацию. Старый панцирный шлем. Так, шлем панцирного солдата. Превосходит защиту, но невероятно тяжело. Однажды из замка Дранглин вышли воины в древних доспехах и тихо заняли свои места в рядах королевской армии. Ни одного из них не пронзил ни слова и не показало лицо. Скрытого под маской. Ну, не пронзил ни слова. Так, мне ж по идее... Ой, да, дали. Старый панцирный поножи. Старый поножи солдатов. Превосходно защищает, но невероятно тяжелый. Однажды из замка Дранглина вышли воины в древних доспехах и тихо заняли. Так, ни один из них и про нет, бла-бла-бла, ни слова. Я вас понял. Ладненько, погнали дальше. Короче, я могу блокать 4 удара. Могу блокировать 4 удара. Я не понимаю, где он бьет. И зачем я сюда пришел? А я туда могу допрыгнуть? Давай попробуем. Нет, не могу. Так, хорошо. Пипец, мечи ломаются быстро. Давайте еще раз попробую. Я хочу на вот этот камешек попытаться запрыгнуть. Вот, видите, туда типа можно походу зацепиться, но не запрыгнуть. А, рано. Ну, то есть поздно. Ай-яй-яй. Не, походу все-таки нельзя. А какой смысл было сюда лезть? А... Ну, секретная, хорошо, стена. Типа я что, буду втыкиваться в каждую стенку? Ну, типа мне на это намекаете? А что если на боковые вот эти камни запрыгну? А, нельзя, я понял. Ну, в принципе, ладно, давайте последний прыжок. Давайте лучшую дистанцию. Ну, пойди туда, вон. Напротив. Еще хочу. Нет, нельзя, ладно. Я вижу, тебе удалось убежать. Надеюсь, что тот храбрый воин тоже не потерпел неудачу. Будь осторожен. Люди рассказывали о мерзких разбойниках, которые рады оборудовать путешествие вроде тебя. Да, тебе стоит взять это. Белый мелок. Эта вещь позволяет нежить и просить других, друг друга о помощи, а вызов через разум. Так, разлом между мирами. Если повезет, кто-нибудь тебя выручит.
Вижу, у тебя удалось бежать. Хорошо. Ну, выйти сюда. Так, забрать предмет. Потому что солдаты. Оп. Ты что, мне жопку почухал? Отлетаешь. Осмотреть. Увы, ничего не происходит. Древо великанов. Большая душа мертвеца. А, значит, это они, да, били? Это самое легкое, что можно, в принципе, сделать сейчас. Так, рыцари. Самоцвет жизни, косточка возвращения. Ага, заперто. Оу, летит он. Чего? Чем их так привлекает это дерево? Ну, это великан, это понятно. Ну, а чем он их так привлек? О, стой, я могу тут забраться. Тихо. Я могу тут забраться. Опа. Так, легкий арбалет. Здрасте. Зажечь. Так, тут тень какая-то. Поди, ее можно убить. Лодки шелками с пиками. Лодки шелковистый камешек. Джи-джи. Джи-джи. Я не увидел еще одного. Я хотел в дырку спрыгнуть. Боже, какие здесь у ворота неудобные. Обычные железные арбалеты болты эффективно пробивают броню. Враги отлично подходят для стрельбы на... Довольно да... Так, дороги. Да. Все равно не убивает. Типа режущую атаку делает, но не убивает.
Ладненько. Нужно, чтобы ты вот эту бочку взорвал. Да, они попали. Прямо в ту бочку, которую я хотел. Ой. Так. И опять меня жопу на тюхкали. Ах ты ж, ё-моё. Да ладно. А скажите, разве это нормально? Это не нормально. Это нихера не нормально. Меня просто унижает. Ладно, давайте я возьму этот. Обычный меч. Маленький, который. Пиздец. Я не помню, какие там бочки взрывные, поэтому нахер оно надо. Как они меня убивают? Я просто не могу отсюда выбраться, с этой локации. У меня здесь, наверное, серий будет тысяча. Типа... Нужно заранее только бить и все. И то это должен быть заранее. Бить заранее, это я. Подожди. Ладно, полезли к ним наверх теперь. А, я все равно. Душу так получаю, нормально. Да. Так, хорошо, мы их типа загрели. Так. Ну, пускай они пока там походят. И последний, да, спрыгнул? Все, молодец.
с вами пока заберем предмет. Факел. Так. Кортик, шлем пехотинца. Ну да, с чего еще мне могли натычек? Чего мне еще могли жопу набить? Ясно. Время. Бац. Окей. Так, я здесь, да, их так просрал? Я тогда сюда забрался. Показался. Прыгнул. Давай по одному будем, короче, их парировать. Ну, по крайней мере, пытаться. В смысле, я ж... Ладно. Бац. Бац. Это быстро. Если туда идти, только тогда мне нужно где сдохнуть. Вон, пацанчики. Пацанчики чилят. Ну да, ну да, ну да, ну да. Типа, как еще, да? А как еще? Погнали за предметом. Так, все, по идее, больше их там нету. Алебарда, душа безымянного солдата. Так, тут еще есть челик. Йоу. Йоу, чичил. Йоу, чичил. Чил, чил. Мы сейчас все равно пойдем возвращаться. Так, янтарная трава. Для того, что мне придется идти сюда. Я не помню, там есть босс или нету. Просто у меня нету фляг. В чем проблема, вот. Понимаете? Типа я могу вернуться обратно. За фляхом еще туда нужно будет забегать. В ту сторону. А, мужика нету. А мужика этого-то и нету, слушайте. Здоров. Чилим, чилим. Чичилим, чичилим, чичилим. На самом деле их можно 15 раз с каждого убить, рыцаря. И они больше не появятся на карте.
Мне легче атаковать такой атакой, чем двумя другими, потому что этим я хотя бы быстрее грохну их. Так, у меня здесь, ну, несколько левелов есть, прокачка. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Ух, тихо-тихо. Все хорошо, парниш, все хорошо. Большая стрела души. Большая душа мертвеца, синий что-то там. Я не помню, как вообще находить эти стены секретные. Слишком темно. Слишком темно. Так. И мне такие, челик, здравствуйте, вы хотите... Это с компания Reflame. Это компания Reflame. Ладно. Вот, блин, мне нужно немного силы еще тогда прокачать. О. О. Ладно, давайте тогда здесь открывать сначала. Ладно, открыть. Мимика, по сути, тут не может. Ладно. Так, у меня 3000. Кольцо жизни. О, большой осколок этого. Давайте в стены потыкимся. Тычимся, так сказать, в стены. Осколок титанита. Вот, ребят, для чего нужны вот эти головы. Камень Фараса. Таких довольно много. Героин. Дальше подбегаем. И ломаем лицо. Тут два сундука. Вац. Одеты не мимики, потому что они железные. Я даже не знаю, как их изучать. Кусок титанита. Кольцо Флоранти. Давайте смотреть, что у нас. О, нихера себе. Гладкий шелковый камень. Это камешек, это камень. Гладкий шелковый камень. Безупречно гладкий и шелковистый камень используется для восстановления здоровья. Опа. Гладкости как... Это одно и то же хорошо описание. Давайте я вот это уберу. Удалить. Так. Так. Меч пехотинца это было. Две алебарды. Опа, у меня второй меч есть. Так, алебарда. О, легкий арбалет, то есть. Легкий арбалет. Обычный арбалет стреляет болтами, в отличие от лука. Его можно использовать одной рукой. Поместите в каждую из двух ячеек разные болты, чтобы потом переключаться между ними. Так, посохи, опять шлем. Кусочек. Подожди. Так, следующая степень стрелы души. Она мощная и эффективна против врагов, устойчива к физическим атакам на силу. Это заклинание влияет на интеллект колдуна. Колечки.
Кольцо жизни. Старое кольцо с красным камнем увеличит максимальное здоровье. Каждое кольцо обладает определенным свойством, и даже обычное кольцо может оказаться очень полезным. Кольцо Аклоранти. Кольцо получено свое имя из-за украшения в виде зеленого цветка на его браслете уже давно угас. Увеличит скорость восстановления выносливости. О, хорошо. Короче, у нас все колечки будут активны. Так, у меня факелов на 32 этих. Секретно, больше тут ничего нету, так? Блин, стоять, а давайте мы, знаете, что с вами сейчас сделаем? Здесь же есть место для факела, да? Мне кажется, оно не просто так. Вообще не просто так, поэтому давайте я сейчас бегаю. И подожжем наше орудие. Дальше мы слетаем с вами, прокачаемся. Зажечь факел. Зачем нам вообще факел в игре? Он нам с вами поможет в дальнейшем в некоторых локациях. Если быть точнее, то локация у нас яма называется. Это то, где посередине, то помните, валялось. Это оно и есть, эта локация. Та локация, она и есть. Давайте сбегаем, посмотрим. Тут ничего нету, поэтому гасим. Гасим, гасим. И смотрим, тени есть? Не, нету. Хотя здесь довольно темно, может здесь есть, сынок, подождите. Нету. Ладно. Так, у нас есть с вами кольцо довольно хорошая выносливость, которая поднимает. Я не знаю насчет того, босс ли там или нет. Именно дальше. Там, где туман был. А где был туман? Там у нас, да? О, тихо. Что-то есть. Зеленый цветок. Поэтому давайте мы, короче, отхилимся с вами. Ну, отправимся сейчас в этот. Или можно закупиться, слетать. Как вариант. Так, отправиться. Анжула, окей. Блин, я не знаю, либо с этой купить. Ястреба. Либо все-таки сгонять и... прокачаться. Так, давай, новый уровень, наверное, все-таки. Насколько? Если там на 2, тогда прокачиваемся. На 2, хорошо. А, давайте ловкость, я думаю, до 15, хотя... Левая, так. А, это легкая, да? Блин, мне бы на самом деле этот выносливость вкачивать. И переносимый вес. Можешь хп все-таки вкачать. Потому что у нас он все равно как бы отнимается потихоньку. Атака. Сильная, да, это получается? Сколько, не знаешь, что прокачать. А, давайте я хпшку вкачаю. Хотя бы до 1000. Блин, я не знаю. Ладно, стамина пускай будет. Отдохнуть, отправиться. О, слетаем, короче, по пробам, я не знаю. Блин, нужно было, наверное, все-таки урон, да, вкачать?
В следующей серии, короче, сходим в тот туман, посмотрим. В этой серии мы с вами нашли первый секретный этот каменный блок. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.